Сам Виталий. Сегодня очень плановая игра в ТБ. У меня появился Чаклз. Смотри на эту рожу, смотри. Кто ливнул? Сидим, ждем. Сидим, ждем. Когда зайдет еще один. Что с поисковиком стало, не пойму. Ай-яй-яй-яй. Да вы куда все пошли? Спустя 3 минуты зашло к пати. И опять один не жмет готов. Че, сразу 15 секунд, что нажмет, нажмет. Как миленький нажмет. Вот какой получается расклад. 2 Дуайта, 2 Мэгги. 1 кровавый траппер. Ой, интересно, что сейчас за карта будет. Опять на ферму какая-нибудь. Куда же можно еще на ферму, конечно, отправиться. Немного увеличивает удачу. Сейчас посмотрим, как она тебе увеличит удачу. О, внутри свалка. Я уже думал, будет ферма. Давай топовать начнем. Ставим здесь. Иди траву. Заводит. Смотри, какой красивый удар был. Прям бежит я, прям. Так вот, чтобы не бежал ты никуда. Повесим его здесь. Повесим здесь. Сзади меня кто бежит. Он уже был где-то здесь. Вот. О! Все. Теперь я унесу дальше. Что висит? Прикинь, нагло, ты бежишь вешать. А он прям с тобой бежит. Прям с тобой. Все, этого сняли. Идем обратно. Он был кто-то. Мари, палету не ломаем, просто не ставим капкан. Нахрена просто ломать палету, если есть капкан? Не, значит, кто-то бежал. Ну ладно. О, смотри. Вымаскируем свои капканы. За какими перки стоят? Ну, поставим. Кирилл следы. А что кто-то рядом просто бегает? Вон они. Что, наверное, в углу будут лечиться.
Надо ремонт лечиться. Вырвался близко, если я ближе стоял бы, он бы хрен вырвался. Там какие-то функции вырывания странные. Чем они ближе, тем труднее вырвался. О, за мной бежит. Игру он прям за мной бежит. Ты несешь бежать, а не за тобой. Здесь не может ковать, а здесь вот хочет. Еще один капкан. Можно просто пойти дома страховать окно. Я его потерял. А, вот. Пока эти палетки оббегаешь. Справа от меня еще кто-то бежит. Мальчик ходит сколько? А, нет, ну не побежал. Решил обходить, так обходить. Туннель хорошо его. Че, чувак, поедешь в подвал? Нет? Или в подвал? Нет, все-таки сюда пойдешь. Мы из подвала просто не донесу. Ладно, ты так в подвал пойдешь. Спрыгнуть, так спрыгнуть надо, что забрать. Добавляется на земле. Он второй раз висится ко мне. А что он уже не спрыгнет? Thank you.
Две капли. Смотри, он спрыгнул, ни хрена себе. Я угадал. Ну, сейчас, наверное, не сработает. Может быть, болото выпадет. Фиг его знает. Обычно, когда ходит фунт срабатывает серый, то игра уходит на болото. Ферма. Смотри, кровавая ножка, кровавый красивый нож. Смотри, дают копить. Какие-то, конечно. А, типа два ужасно. Еще где крюкан. Вот у чалкатки уже один лег. Они просто издеваются. Вот ты подходишь, копишь, они не убегают, они просто стоят, смотрят. О, дедуль. Не, ну так ты поешь. Нет, без разницы кого вешать. Ой, на это кончился. Давайте на этот крюк повешу. Направление начали здесь. Зря сдаешь копить, ой, зря. Я ж тебя положу сейчас. Help!
Деда бы давно уже сняли, что они творят. Ай, смотри, сейчас приехал. Деда никто не спасал. Ах ты, чуть-чуть надо было еще вперед пробежать. Давайте на этот круг, то товарищ на соседний. Иначе он спрыгнул. Какой-то тень, все спрыгивают с крюка. А, или его сняли, скорее всего. Тут тоже, видишь, слез. Ну, я хз, погибает это или нет. Сегодня как-то не особо волнует. Они потом побежали снимать. Это еще отличиться будет, только надо найти, где лечиться. Возможно, где-то здесь. А, тут снимать решил. Ну ладно. Это, по-моему, сейчас умирает. Пойдем за теми. Они даже не хилятся. Снимают друг друга с руками и не хилятся.
я еще вряд ли донесу обрубиться. Хотя, может быть, донесу, Мэри. Игроков просто рядом нету. Снова две капли. А, одновременно, кстати, откинулись. Got it on the way.